В Центре культуры и отдыха городского округа Люберцы прошла литературно-музыкальная гостиная. Свои произведения на творческом вечере исполнили поэты, авторы песен и вокалисты из Москвы и Подмосковья. С марта этого года подобные встречи проходят на постоянной основе. Этот концерт посвящен победе Ираиды Саяпиной на международном конкурсе по поэтическим переводам. Член клуба люберецких городских поэтов «Старый кот» стала лауреатом второй степени. В прошлом году со стороны Беларуси в организованном конкурсе я взяла гран-при. Я занимаюсь не только своей собственной авторской поэзией, но еще и поэтическими переводами. Помимо этого, пишу музыку. Ну, в принципе, все, что связано с современной поэзией, авторством, также пишу и прозу, просто на нее не очень хватает времени. Мы с Анной Чернецкой, она главный режиссер и сценарист Дворца культуры имени Жуковского, проводим не то что совместные, проводим совместные проекты с Дворцом культуры Жуковского, с Российским союзом писателей, много с кем. Вот эти вот наши векторы развития. И поэтому международные конкурсы у нас тоже, как бы, мы участники очень часто. А я там еще в экспертном совете. Так что у нас все идет очень круто и очень серьезно. Почетным гостем литературно-музыкального вечера был прапорщик ВДВ, кавалер Ордена Мужества Юрий Тулаев. Командир самоходного миномета «Нона» был тяжело ранен в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас проходит лечение в госпитале имени Бурденко. Со мной познакомились, когда я в госпитале лежал. Он пригласил сюда, в клуб. Здорово, классно. Все выступления понравились.